Всем привет, ребят. Ну что, сегодня решил попробовать по просьбам многих пройти архидемона без огнекрыла. Как видите, я набрал максимум. Сейчас мы попробуем собрать составчик и пройти без огнекрыла. То есть я архидемон уязвим, то есть он не имеет иммунитета против воспроса, поэтому мы будем сейчас использовать стандартные герои под архидемона. Единственное, заменим. Так, сейчас я ведьму сюда, огнекрыла медузой. Почему медузой? Потому что она тоже его остановит. Вот такая у меня медуза. Сейчас мы такой максимальный состав используем с замедлениями, чтобы побольше набить. Так, тыковка. Это есть. Также у нас здесь химка. Можно попробовать будет с душиком, но лучше, конечно, химера. Она дает дополнительный урон. Поэтому она будет все-таки получше. Так, вот такой вот у нас состав. Сейчас я их соберу по рунам по всему. У нас битва гильдии, но в принципе это не особо повлияет на результат. Так, стрелок ТУ Крит. Есть. Стрелок у нас собранный. Медуза. Ремочка, чтобы включилась сразу. Поставим ее тоже в топор. Так, тоже собрано 2. Тыковка исцеления, воодушевление 3. Ведьма. Попробуем немножко другой вариант поставить вот так вот. Четыре. Так, укротитель. Пять. Так, и химера. Вот такой вот у нас будет составчик. Самое главное, чтобы сейчас вовремя наложить. Щит. Так, поехали. Агрим на медузу и потом выпускаем всех. Все, вот она. Он застанился. Как видите, энергию мы снимаем. То есть мы не дадим ему активироваться. Постоянно сейчас у нас будет. Заморозки. Ну, не в заморозке, а без энергии. Ну вот, мы начинаем, разогнались наконец-то. И смотрим, сможем ли мы набить 4 миллиарда. Сейчас мы это проверим. То есть таким составом можно тут, если у вас нету того же стрелка, можно взять кого-то другого, можно взять душегуба, сердцеедку, вариантов очень много. Как видите, здесь разбор с рунами вообще не нужен. Вот он начал бить. Раз включился. Сейчас он, конечно, у нас переагрится. Ну, то есть это герои, которые по максимуму прокачаны. Мы сейчас на максималке.
Думаю, должны. Вот видите, сейчас он немножко начинает включаться, но опять же Медуза и все остальные просто не дают. Но все-таки такого крубит немножко, но он уже на ближнего героя загрен. Ну, то есть 4 лярда набиваем свободно без обмикрыла. Ну вот он уже начал включаться, к сожалению, но все равно пока нормально тащит. С обмикрылом больше получается, потому что он дает 50% увеличение, поэтому это дохренище, я вам скажу. Поэтому тут ничего не сделаешь. Ну, с 4 вышли. Вот 2 686. Вот так вот даже. Такой вот у нас состав. Теперь сейчас я вам покажу. Попробуем опять максимальную сборочку сделать. Уже для тех, кто играет с донатом. Так, 6 замедление. Крит. А мы, кстати, дракончика, я не помню, брали, не брали. Так, первый готов. Дальше. Второй готов. Химера готова. Так, это у нас 2, 3. Попробуем сейчас максималку набить. Так, тут у нас будет, так, благословление. Вместо медузы 4. Конечно, тут ремка была у меня изначально. Сейчас попробуем со смертельным. Может получится, может нет. Так, стрелок. Готов. И тыковка тоже готова. Так. Ну, в принципе, смотрите, 2, больше даже, чем 2,5 мы набили без огнекрыла. То есть можно без него свободно бегать, просто, конечно, в топ вы особо не попадете. Так, теперь вроде все, поехали. Убираем медузу. Ну, тот же самый состав, по сути. Только надо, чтобы огнекрыл ультанул. Ну, все, и ставим сразу щит. Вот видите, он сейчас начал бить, активируется. Самое главное, чтобы у него успевали забирать энергию. Смотрим. Ну, пока. Плюс-минус. Урон, видите, сразу видно в разы выше. Потому что тут уже усиление совсем другое. Попробуем выйти опять с 3. Ну,
Ну, пока я смотрю немножко на разгончике мы потеряли. Да, видите, секунд 5. Да, немножко нам не хватает. Сейчас 2 секунды немножко скоротили, но сейчас как повезет, как пойдут криты, смотрим. Возможно, где-то также в притык попадем, то есть не особо существенно на ведьме будет ремка, не будет. Да, где-то приблизительно так же. То есть троечка, для того, чтобы дальше мне бить больше, надо все-таки руны посильнее, тогда урона немножко больше будет. Ну, к сожалению, с кристаллами у нас проблема пока, поэтому исхожу из того, что у нас на сегодня есть. Ну, вроде. Ну вот так вот, 18 даже набили. По-моему, немножко даже улучшили свой результат, да. Ну, как видите, чуть-чуть лучше стал результат. Было 7, станет 18. Так. Ну, в принципе, я вам показал, сейчас я вам расскажу, почему те или иные питомцы берутся. Так, давайте сначала. Тимка тяжелый, потому что наносит дополнительно еще удар, когда активируется. Смертельный, потому что замедление у нее стоит. Можно такой вариант, можно поставить, просто увеличить атаку. В следующий раз попробуем. Ну, глаз поставил, потому что арт не нужен. Так, укротителя. Тоже тяжелый удар, замедление, два дополнительных удара, топор, питомец на отхил. Ну, можно кого-то другого ставить. Несущественно, как видите, не приседает, хватает одного питомца даже на отхил. Так, дальше. Ну, огнекрыл в данном случае. Максимальная атака плюс замедление, крит. Питомцем стоит дракончик, потому что тоже дополнительно снижает энергию. В случае с медузой там не надо было, потому что медуза тоже забирает энергию. Так, почему ведьма? Во-первых, если срабатывает топор, убиваются ее тыковки, не убивается героя тыковки. Также имеет встроенный разброс тыковки 85 плюс замедление. Тяжелый стоит, то есть улучшили немножко результат. Дальше. Тыковка максимальная, плюс воодушевление 7 специально прокачал. То есть такая сборка чикабум, потому что увеличивает дополнительный урон. Дальше стрелок. Давайте, медуза. Вот такая у нас медуза была с топором, замедление, уронами ремка, чтобы сразу включиться. В принципе, видели результат. Питомцам то же самое можно оставить драку, так как она первая атакует, чтобы забрала, но она и так забирает энергию. Можно попробовать сердцеедку, будет в следующий раз. Также стрелок, такая вот сборка, топор тоже собран на максимальный доп удара. В принципе, вроде как бы все.
То есть, как видите, набиваю свыше трех. Единственное, надо будет немножко руны подкачать тяжелого. Возможно, попробую что-то поменять. Хотя, в принципе, доп-удар есть доп-удар. В принципе, все, пишите комменты. То есть, я вам показал такой вариант без доната, потому что одни крыла можно считать донатом. Мне скоро его все соберут. Как видите, разница немножко есть, но несущественно, если вы там набили 2,6, ну вот вы были бы топ-30 бы попали. Это при том, там еще не на максималку прокачанные герои. То есть можно свободно 2,1 набивать, попадать в топ-15. Там, ну, смотрите, зверский. Вроде топ. Не катит. То есть вот так вот. Все. Результат показал, как бить показал. Это был станциале огромный урон. Надеюсь, у нас скоро поправят уже умения. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики, чтобы больше людей знало, как бить. Всем пока.